огорода, да, можно перед домом где-то сделать самим грядку. И здесь мы как бы выстраиваем свою почву. Потому что если посмотрите, у нас почва очень глинистая. Да, вот да. Посмотрите, жалкие дни были, у нас такие трещины. Это включая тот факт, что зимой было достаточно снега. Но как только чуть-чуть солнце выходит, тут все высыхает очень сильно.